Это у нас 13 января, Краснодарский край. Здесь лед, температура минус 3. Оборвал. А где сижу, тут же с краешку цикламенчики пристроились. Что-то красненькое светится, да? А это, друзья, наши саркосывки. И на фоне этого льда и мандаринчик, конечно же. Кто бы мог поверить, что это рождественская береза. Сегодня Рождество. Ну что, пойдемте к кабанам и кабанихам. Погладим кабанят. Хотите? Или все-таки не стоит? Смотрите, там малышей штук 5-6. Вон они кабанихи с вымем. И там он еще здоровый самец, видимо, который темный, вот это вот самец. Вон их несколько там. Обалдеть вообще.